На склоне возле пляжа Ланжерон было уничтожено более 50 деревьев. Виновных в вырубке деревьев до сих пор не могут найти. Под покровом ночи 27 ноября на пляже Ланжерон у ресторана «Хуторок Биля моря» срубили 51 дерево. Об этом сообщает на своей странице Facebook очевидец Галина Аверьянова. Цитируем. «Бедолашный, лысый Ланжерон. Его кромсают и кромсают. Вековые деревья, срубленные возле ресторана «Хуторок Биля моря». Преступление совершили ночью позавчера, с понедельника на вторник. Несчастные деревья, абсолютно здоровые. Это видно на срубе». Работники ресторана «Хуторок» звонили в полицию. Никто не приехал. Затем утром обращались в экологическую инспекцию и Зелентрес. Та же песня. Есть информация о номерах машины, на которой приехали и уехали 20 человек, пилившие деревья. Конец цитаты. Этот вопрос был поднят во время заседания депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 28 ноября. Директор департамента экологии Виталий Денисов подтвердил, что действительно неизвестные лица ночью вырубили на Ланжероне 51 дерево диаметром около 15 сантиметров. Комиссия зафиксировала факт уничтожения деревьев. Соответствующее заявление подано в прокуратуру. Однако виновных так и не нашли. А сегодня, как сообщает Галина Аверьянова, территория зачищена между 2 и 3 часами ночи. Отметим, снова все происходит ночью. Несколько КАМАЗов вывозили пни и спиленные стволы, выкорчевывали даже корни.